Радуга возникает в то время, когда солнечные лучи проникают сквозь капельки воды в воздухе, в результате чего преломляются и образуют удивительный спектр цветов, радугу. Это природное явление возникает тогда, когда сквозь тучи пробивается солнце, вот-вот пойдет дождь или он только что закончился. Лучики солнца пронизывают капельки дождя, которые в свою очередь работают как рассеиватель, как фильтр, по-научному призма, разбивающая белый свет солнечного луча на разные цвета. Капли воды отклоняют свет на разные расстояния, поэтому и получается разноцветная полоска, которая в науке называется спектр.